Сейчас умрет еще. Ну, пришел на свайпы, да? Поднимайте Апис. Играйте звезду. Скерцы, давай лед под мобов и уходи оттуда. Давай, Тоби, обнови еще раз тотем волков. Потому что если его ПКД ставить, будет ПКД корни. Уволи МКД на это. Сука там КД? Секунд 20. Да. Ладно. Пошли по контролю мобов. Паста по контролю не понравилась. Давайте. Станьте тактиков. Давайте. Да, Санку. Бах, бах, это пава. Это Сидара хорошо дал за СО. 19к это без учета триксов, поездки. С учетом того, что мы били трэш еще. Первый раз такой вижу. Было ПС и пора выпить фласки, ребята. 5 минут осталось. Не 5, а 7, так что хватит. Да, не знаю. Просто не знаю, чем обычно люди не пьют фласки. Ваш ДПС. Просто они на циферке не фапают. Эй, за куда вы запустили, Саша, ёпты? Бафа, давайте бегом. Молодец, Тесси. Иди на позицию танки. Так, Акма, давай ты двоих на него напуливаем. Телдорама. Пристава. Майфрейм. Кели. Поваром бафы. Рейндж сразу набрали, все РДД и хилы. ГП там кинешь мне пару сотен тона. Да, после ботинок можно. Да. Ну, так, вообще Сакру я стал не за ботинками, а за таликом, но... Такой бонус тоже приедет. Эрдру, что ты встал? ШП, Азар, возле ШП. Ну все, короче, ну жопа. Раньше набирайте. Как всегда, просто будет. Все выжили. Сейчас еще один вихрь будет без сакры. Набирайте раньше, отбегаемся, убегаем, убегаем, убегаем. По-моему, сакра плохая штука, больше пробила людей. Либо сакра вообще не было, я знаю. Мы быстро трэш слили, возле Телдрама вихрь. В ванне полетишь. Да нет, нормально. Сейчас может закончиться ХП на Келе и сразу будет вихрь. Такое возможно, так что станцию набирайте, если будет вихрь. Талдрам будет. А, я забыл. Да, Талдрам. Давайте в Талдрам. Сейчас завтыкал.
около нар дистанцию набрали, у них сейчас будет дистанцию набрали. Их прибудет. Тоже добьют. Блин. Давай, Сакура. Поженитесь. Тапки. Тапки выпали, да? Хорошие тапки. Ночью там Мелису на лимаге докачал, а в обычке забрал катушку и талик. Когда? Сегодня? Прощай, талик, короче, блядь, еще на полгода. Ты же катушку сразу пришел. Кольцо, тапки. Нормально. Не, мне с нормы хотя бы талик, блин, уже было бы заебись. А так с объектом с нормала как-то не очень. Так это возьми просто через так, заметки ЕПП убирай, да и все. Потихоньку. Так только они понемножку их четверг. Танки, ну заберите, пожалуйста. Надо так как-то собрать рейд с 17 совами, например. Ну, видите, сколько сов не будет. А чего можно 25 друидов? Там и танки, и т.д. Хилы. Да. 25 половину. О, это такой рейд. Я помню, как-то ходил в Пугарейд. Там, короче, ну, мили рейд был вообще ни одного РДДшника. Так убили Сурка, Профа, Совет и просто разошлись, а говорят, типа, без РДД нереально там что-то убивать. Почему не убьют? Расставил паладинов на рейнже, все, стоя. Чего нереально, на выдох просто. Ну смотри, четыре холи паладина на рейндж сразу выходит, протопал на рейндж 5 и еще 3 ретрика. На каких-нибудь донах. Типа 30. А ты представляешь, баблов сколько будет? Не будет ни одного слизня. Ни одного слизня, да. Подожди, так это реально выходит, ну, первый только будет, если гнев карателя не юзать. Юзать точнее. Стовальки вообще будут чисто в станах, да? Даже влетать не будут. Подожди, а сколько, допустим, вот, ну, Миломор добили, сколько болезней за рейд вешалось? Интересно. 4. Еще сделал скидку на то, что у тебя ДПС будет вообще ни о чем, ну. Да, топовый ДПС будет. Демон не надо, ШП не надо, сова не надо. Только вар нужен, хотя бы один либо код. Можно рыбку. Да зачем тебе? Ну, будет тебе без вара не 62% крита, а 57%. Я не думаю, что там сильно упадет. И косты не будет, и силы атаки не будет. 4% из урона не будет. Если собрать друидов, тоже нихуя не будет. У друидов нормально, там чё, медведь вешает, кот вешает, сова вешает. Нормально.
Да, но он 10% не будет силы атаки. Это было неразумное решение. Ну, надо фласочку обновить. А чё у меня пикка стоит 2 секунды? Тебе не повезло. Подожди, сколько должна пытка кастовать? 2 секунды? 1.6 где-то. Чё мне 200 секунд кастовать пытка? Это за дерьмо. А тебе этот темп достает, который на хосту? А, не, у меня просто шмотки забагались, у меня половина вещей на хуле креста почему-то. Башка почему-то на хуле. Как она оделась, непонятно. Прикольно. Кстати, X5 патч. В смысле? Ну, праздник сегодня. Что, серьезно? Да. Ладно, всем спасибо, удачки. Давай пока. Я по поводу такого персонажа качаю, когда X5 и все. Да ладно, нет, там никакого X5, там какой-то чел. Вы ебанутые, что ли, так разливать? Да, вы даже на Новый год X5 не сделали, а тут на 23-й она сделает сейчас. Так, надо успеть Дюнгер ХП. Блин, это какая-то... Я не знаю, вот я сейчас никакой сложности не вижу. У нас как будто как обычка идется. Персонажи хорошие, хилы, ДТшники. Танки. Да. РДПС 330. Хила только 2 нормальных, да? Ну да, мой это Квазар. По-любому. Ну, вот в таких рейдах не устаешь. Ну, устаешь, когда вайпаешься. Не знаю, если когда идешь с лчатом, вообще не устаешь. Таких вайпов не ждешь, ты веселит. Вот эти рейды с дятлами. Рейд с дятлами? С пиренами и релами. Даже забавно. Завоеватель. Завоевателя. То никто еще не получал завоевателя. Да, спиндир, пустой сапка, палашан. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Чё, Ваня, пальцы толстые. Хотел черточку нажать, нажал и точку.
Один палец полклавы нажимаю. Не, ну у меня тоже такие бывают, что там хочу одну кнопку нажать, а две нажимаются. Я сделал макросы на чек, на ДБМ, на ЕПГП. Экономия 2 минуты. Скачаю дон на ролл, да и все. Там фэр показывается. Так это нормально, с таким макросом. Хочешь кастануть волну и потом цепуху, и кастуешь все одновременно. Это нормальный макрос. Точнее, палец. Хера не понял. Ты связь не уловил. Мы тут за ЕПГП говорим. Нет, Ваня говорит, палец у него большой. К макросу Олега. Ты говоришь, пальцы большие. Потерял. Пальцы большие, говоришь. На две кнопки нажимаешь одновременно. Я говорю, цепуху с волной одновременно нажимаю, нормально. Да, нужно одновременно вперед и назад бежать тоже. Не. Где боком по параллели. Где ты видел такую ситуацию? Ага, особенно когда на мышке буду тыкаешь на левой кнопке, у тебя цепной, а на правой волна, ты вместе так, тыкаешь. Сразу, да. Вот по это и говорю. Типа такой, знаешь, скилловый, такой пак Е. Нажимаешь две кнопки. Две кнопки сразу на мышке нажимать, это печально. Танки пальцы такие толстые. Бейте моба, который кастует АВЕ. Хилл, что-то расслабились. А, вы отмените, могли бы прожаться. Что подымем людей? Бейте звездочку точечно. РДД, бегайте от звездочки, когда кастует вихрь. Тяни потихоньку. Слушай, я начал эти обычки собирать 2 часа ночи, как тебе? Набор потянулся в гильдию. Сегодня 2 обычки были. Да, резко. Сука. Место 2. С утра? Да. Прям мощно. Значит, 3 за КД уже было. Вчера был он еще, кроме тебя. А, точно, 4. А вчера кто собрал? Не ты, что ли? Я не собрал. Больше в Буде не сможет собирать, у него там в Сибири лед тронулся, они там на полной силы вышли, короче. Так что только суббота-воскресенье. Ладно, пешком пойду. Да, лед тронулся, пиздец. Да ладно, нормальная шутка была. Лучше, чем нефть с резетки. Водка, какая нефть. Не, ну водка это у нас, а у вас там за Байкали там вообще нефть с одной течет, за второй газ вырывается. Не ты с зажигалкой такой стоишь, да? Ты где-то подкуриваешь. Тут мужик во дворе кричал, блядь. Сейчас через 10 лет нефть кончится, блядь, пиздец нам будет. Ну,
какой-то степени прав. Ну, типа, нефть, нефть всегда будет, ну, типа, в почете, потому что, блядь, нефть, она используется во всем, блядь. Во всех потребительских товарах, вообще во всем полностью. Начиная от моющих средств, ну, заканчивая чем-либо, везде присутствует нефть. Черное золото, да? Ну, блядь, в натуре, ну, в любых клеях, в любых лаках, в любой химии, в любой дрочи есть частички нефти, ну, типа, там, сотые даже, но они есть, типа, это раз. Ну, это как топливо, ну, нефть уже себя пережила так-то уже. Ну, блядь, типа, как этот самый. Как химическая составляющая, нефть еще будет пиздец в попыте, блядь, многие века, блядь. Пока людишки не научатся штучно ее добывать. Но это мое личное мнение. Может быть, я ошибаюсь. Время покажет. Прикатив силов. У кого еще сила есть? Че, Ваня, 50к хпс? Да нахер надо. А слышишь, можно спекнуться в хила? А если есть второй танк, то да. Блин, спекни с этого танка. Я похилю. Ваня, давай у кому-нибудь спиздим портал. Зачем? Ой, блядь, да нахуй тебе это надо, блядь. Лучше уже рёду портал спиздить. Эй, Тюбав. Стой, блин, стой, ману нету совсем. Там нужен спекнулся. Блин, можешь спекнулся? Слышно, нет? Теперь да. Вообще заговорили ебало в этом. Кстати, Войд, давай завтра рунду десятку соберем. Так, это самое, ну что-то... Энимал говорил, что-то и посланник, и ДФБ будут вместе собирать. Во сколько, хуй знает, в 2 часа вроде бы. А ну... У меня нету шмота, короче, пока на посланник. Дай крест по локам. А чё, плащи с ВК до спятки, там что, 50 на 50, идут на ДБ? Да, идут на ДФБ плащи. С десятки. Войд, крест дай, блядь. Так, Микон, будешь в порталах летать тоже. А, да, крест уже не с нарейде. Ты будешь собирать этот самый ульду десятку? Видите? Не, если ребята пойдут на ПТ, то не буду собирать. Войд, дай крест, ты заебал. Что тут был только что, блин? Все, я готов. Сейчас он придет и запустит. Кто-то играет днем в гильдии? Есть онлайн вообще? Да, я играю. Просто ушел лорд, надо десятки гера пособирать, надо там шмот, паладину, уроги. Сегодня собирал. Так что эту неделю, кстати, я буду целую неделю играть с утра. Да, боже, фиг свой там, так захерим. Давай, хорошо. Подавал кулак, дайте крест по локам, пожалуйста. Сафинатор. Герои, вы должны мне мои силы. Фредрик, который кулаки давал, дай крест по локам, алло, блядь. Мои раны. Ладно. Конченые, просто нет слов. Ну, прикрикните. Да, крикните на Апоэтрисе. Вместо кашки дали крест, спасибо большое. Перед обратно, а то голы.
дай каску, полок, а Белин даст кулак. Давайте типа подборды собираюсь, это на слова пришел, сначала тебе каску дал, потом крест. Подборды давайте. Славик, ты тут? Он тут летает. Ты как выйдешь, ёбок, дай крест мне. Ты же лок, господи, тебе это зачем? Ну давайте хента мне давать кресты, давайте ретрика мне бафать кресты, ну нахуя они вообще? Хантам они нахер не надо. Ретриком тоже, хантам, кстати, спорно. Я сказал хантам. Какие споры, нафиг они? Зачем вообще бафы? Я на такую каску там, лапа приставай, я понимаю, такое мелочам, ну... Давай, бля, вот Ваня, я сейчас иду апликом, еще хуй с ним. Но демон садится по мане просто пиздец. Ты говоришь, ну такой побочный. Ну да, лучше стоять, кастовать полбоя, блять, этот, жизнеотвод. Ну сука, ты на один меньше кастанешь. На один меньше, на один больше, так какая разница. Так как Олег говорит, а зачем тогда бафы вообще, нахуй? Ну подумаешь, побьешь больше на минуту, блять. Ну, в принципе. Нахер эти бафы вообще надо? Мы без бафа 30% убиваем. На офисе паладинов помиловали, ты теперь только ретриком можешь бафать, и причем только на одного человека, там каску и крест. А что значит помиловали, еще хуже сделали? То есть ты можешь бафнуть каску на танка, например, крест на хилай. Все, больше ни на кого ты не можешь бафнуть. Да, я понял, в общем. Правильно, потому что больше никому не надо ничего бафнуть. Так ты второго танка не можешь бафнуть, если ты один ретрик в рейде. А, это такая, короче, баф превратился как МК мага, да? Да, да, да. Под жопой собираемся, ты там больше хилов. А, я подумал, что можно либо крест дать, либо кулак. Тут одно. Кулака вообще нет, потому что... А, ну да. Есть только каска, которая абсорбит урон, и крест, который просто восстанавливает там раз в секунду хп и ман. Каска это не 10%. Эти гимны на хп. Пел. Но зато там время секунд. Интересно. Здесь нет. Ну здесь такое. Уже привык давно. Ну, в принципе, после Легиона сейчас нету какого-то такого эпического противника. Я излечилась, Изера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. Вот спиздил у меня портал и то не перехилил, блять, стыд, позор, блять. Вот хилит даже меньше, чем я, это пиздец, говорит, я хороший хулипа. Да сойдет, мама. Славик, ты в коптерсов не удаляй, ладно. Ценности ударит, он там нефти среди детки наберет. Два ведра. Сразу до Джейми звони, блядь. Был шанс избавиться от Вовки. Пацаны, Талик же никому не нужен, правильно? Степ паролил на мейн. Сука. Я надеюсь, там один будешь ролить, ты лучше собирай его. У нас же одна шмотка с рейда. Бля, если никому не нужно, то почему бы не забрать и третье? Да нет, ничего не нужно. Талик там с керцем не одетый. Я поэтому и спрашиваю.
Ладно, я отойду покурить пока. О, Ника, ну молодец. Тоже отойду на трэш, на две минутки. Не, это все, конечно, прикольно, но, блядь, еще взял, у меня портал спиздил, блядь. Ну вот, блядь. Коня спиздил, блядь. Портал спиздил, пиздец. Вот как так жить? Дракончиков приведите. Леся, это тут? Есть какой-то демон тут, который хочет ворваться? Есть хант, который хочет ворваться. Да, блядь, толку от ханта, блядь. Нужен лок. Давай, лок, врывайся, на тебе, боб. Ебашь. Бить некого так-то. Ну, я заметил. Я хотел, блядь, дать Трисе, но Трисе, ты, блядь, где-то там драконил, блядь, в углу, блядь. Отбеливал стены, блядь. Так, мой, иди сагрись меня. Я отойду по драконю. Какого начинать кидать?
импа снизу набереть. Так. Еще пхила может спекнуться. Давай, наверное, лик на пхиле побудешь. Так может кого-то из медиков лучше умрать? Кто? Ну, Каноп может похилить, а Белин в танке остался. Понятно. Да, Миликан. Чему? Воспеты долго будут там, конечно, нет? Малышка, беги! На каком синдром босса вообще? На Канобе. А что, не может умереть? Где он? Он что-то зачистки будет. О, да. Морозитесь, морозитесь. Не морозится. Каноб, ты тут? Не бейте, это единственная глыба, за которой можно прятаться. Да, мой новый хороший интернет, но походу вылетел. Дороги сделали во Львове, а интернет забыли провести нормально. А, сейчас его убьет. Жесть, первый раз такой. Вай-вай-вай, что такое? Пати-пати. Кики, я говорил, отойду в уборную. Так как босс забагался из-за тебя. Ника, спекайся в хила. Так, где рыба? Убей ласку. Лапу. Дайте лапу. Дали лапу? Дали. Все, запускаем. Не пойму логики, мне какой-то человек с Liberty Squad пишет за твина, чтоб я его клял. Это его знакомый, он хочет пострадаться. Зато честно. Кто, кто, вы о чем? Да правда нового там, синдром сейчас починили. И он убьет. Вот притяжка, надо саку дать. Беги, малышка, беги! Нахера. Вот сейчас надо саку. Ну да. Ловить. Окей. Волокой Немху упал в ДК. О, да. Вы от правого толка, ребята. Прятались. Слева падает Виктор. Метки до 200 тысяч. Не бейте метку, за которой стоите. Бейте ту, где 400 хп сейчас. Слева падает, отбежали, внимательно. Хорошо.
что-то новое. Что-что? Новая отмазка, какая-то мышка с руки выскользнула. Хоть не банально там. Неплохо. Не поднимайте после после взлетки, поднимем уже. Нажал пацан две кнопки, блядь. Это девушка. Это девушка? Я даже не знал. Ну ладно. Или знаешь. Ну ты там, девушка, не обижайся, короче. Тяжко. Так, эх, вот ты сделал. Сакуру не вкачал, короче. Да так-то в хулипала тоже не вкачана сакра. Пассивисовый крип вообще никому не нужен. Пусть сакру вкачать. Меточки выносим. Пячки с центра камня. А нормалек я вам поставил глыбу, да, да, да. Крайний справа побейте, там 350 тысяч. 270 уже. Никон поднимают углы. Давайте рост. Метку под босса несем. Так, фаза началась. Так, Мурвит, оставайся там, медики отбежали в РДД. Паузу снимаем. Тут еще тоже подвоз будет пушка. Медики отошли в РДД зону. А ты сможешь прожать кошу, если соляю метку? Беги, малышка, беги! Тоже подбросил. Ему же не кош нужен, а ложный выпад. Минки отошли. А я не играл за рога, я не знаю, что там. Так, следующую вправо вынесем. Все хилы без освобожденки, только войд. Больше в сторону. РТД метку, минки босса. Тос поюбим на хилы. Следующий подброс. О, на мне. Миники отошли. Миники. Так, сливаем метку. Следующий тоже подброс. Вроде притяжка. Давай, Кася, подброс. Иконоба хилится. Капельку дадим. Камзу. Я дам беда. Не научились стоять за мной. Блять, меня тоже притянуло. Бежали, да, в меня? Поюгим над хил, зарыгайте босса. Можешь сам продать. Шуна уже сдохла. Оставайся в рейде. Ладно. Оставайся, ладно. Не надо. Да. Ну нормально. Блин, я же вроде отбежал далеко, а заморозил за тут. Да, ну замораживает одного. Потом замораживает следующего, короче, а потом, ну, цепная реакция, как домино.
Там кого разобьют, пристыть, читаните гимн на хп, там сейчас певчий отъедет. О, мой токен, можешь мне сразу кинуть. Там имплантация. Ну, интоксикацию один взял, теперь моя очередь. Там только двое рулило. Вот. Вовчик остался. Полтора часа идем. Нормально, кстати, блять, сейчас еще резким. Сейчас еще лич полтора часа. Три года. Да. Я думаю, что этот рейд убьет и не подавится даже этого лича. Ага, конечно. Потом следующие коды. Ой, я видел ловушки. Я не знал, что на меня оскорбление. Типа такого. Вообще да, лич. Это всякая хуйни, которая мешает дамаж. Нормально. Да, на ловушках мы редко уже улетаем. Сука, ты заебал своими ловушками. Устал, да ты не слышал, ты так и не кикнул, Олег. Я понял, блядь. Sparky Dead, да? Забыл хуйню. Да. Ну это пизденный шаман, это мой бывший шаман. Я ему пишу, блядь. Как, пишу. Давно его качал, он пишет очень давно, блядь. Думаю, понятно, блядь. Так, поставим мой френд трусы. Слышишь, мором кружок. Слышишь, я все печеньки буду ставить. Ладно, стань печеньку. Вуди, ромбик. Белин, первая волна, трусы. А кто голый, вторая волна. Блин, 4 лока, 4 СС. Ну там Харзул первый СС, конечно, на переходке после первой фазы на А. Мне кинули СС уже. Все, понял. Фукасаку готов? Все, пуляем, да? Да, пуляем. Эрл Грей, я повешу ромбик на шарку еще, ты будешь ступень с него снимать. Напуливать первого, третьего моба. Духи дать кому-то. На БДК. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Пройдешь через эти лучи и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Вот и есть извечная земля, кстати. Ты поменяй шарами. Падж потом на шары, потом на землю. Не знаю, где это вообще. СС зачем-то на меня кинули. Он не умер. СС не дает ему к смерти. Мало ли здесь сдох, комната, кто вот здесь будет. Так. Медики, ловушка. Там где-то звезда. Разве чума? Рано здесь перли. Че это странно? Пати звезду. Так, РДД ловушка. Забыл повесить шаркарин дом ромбик.
Апис чума. Медлите ловушку, двигайтесь. Начало преступления скоро будет. Да я останусь. Вот исступление пошло, снимаю ханг. Второй шарф еще налазит. Миленький ловушка, где надвигаемся, будет чума. 2 секунды, чума. Вот шмарон, чума. Это справил. Скашка до зубы кидать на протопона. Да, я даю стану. Миленький ловушка. Давай, зубы. Проводи трэш. Миленький рядом. Отведи трэш от миленького, когда близко стоит. Станьте звездочку все. Никто впереди не стоит, звезды. Сейчас будет ловушка. Так, РДД, миленький ловушка, давайте на край все. Скерцы, чувак, блинканись просто. Только не ловушку, господи. Сейчас звезду забери, там чума. На звезде чума. Первого ханда. Чума пошла по рейду. А, нет, нормально все. Давайте даем гимноману. Сферу. Кресты не бьют. Я не хочу. Добычки ГП получили сегодня, сейчас здесь получите. Ну я один приз, блядь. Чего мне не помогает? Тем более я гимноману пил. Кстати, да, что-то один приз в рейде как-то не мог. Что можно палец вешать на сферу и палец дотать до конца? Еще ловишь прок. Звездочку на себя поставь. Давай, поставим. Давайте ставим звездочку. Какой Каноп красавчик. Вот он, Вальки. Так. Играйте Вальки. И отходите с центра. Все, выйдите с центра. Выйдите с центра. Скерца, блинкуйся. Не стойте вы уже, пожалуйста. Давайте рост. Тут дали. Короче, выносим осквернение вперед лича, либо левее от лича. На первой вальке будет осквернение. Трусы там застанешь, Белин. Осквернение. Я уже понял. Тогда, все верно, а кто удалил тогда? Лок вышли осквернение. Осквернение, давай сакру. Играйте трусы. Долговый станет трусы. Вот там рамбу, короче. Бля, мне, короче, калич, не могу трусы выбрать, потому что тут рядом лич стоит, у меня нету этих полосок с хп. Всегда играю без них. Осквернение 30 секунд. 3, 2, 1. Разум. Давайте сюда, в звезду. Блин. Давайте вот сюда встали быстрее, чтобы не лететь в осквернение. Так, я в кружке. Кружок и ромб играем. Крушение застань. Ну потому что там блок не надо, и останьте. Осквернение, сейчас выйдите на дистанцию, стенд выйдите, главное. Одна секунда осквернения. Кто-то Мэрил Грей. Этот ромб убить. Последние вальки сейчас будут. Там Харзу подбедит. Можно на край 42. Лича, да? Веди лича на край за звездой, за... к порталу веди. Станьте вальки, переведите босса. Если что, я в трусах. Давайте лича.
не будет осквернения, потому что Тоби читер. Давайте все на край. Так, я не пил гимн на ХП, но хотелось бы. Эрл Грей, давай первого, третьего духа напуливай на ДК. Так. А, да, мне же надо сферу бить. ДК, я буду с тебя диспалить, забирай всех духов. Когда переходка кончится, дашь саку, если есть, конечно. Да. Но вот их не отбирает, еще умрем. Держи, я заберу леча. Музыка зловещая на личе, только сейчас услышал. Ну давайте по стенке идем, тут рядом бомба просто. Давайте, великий босса, РДД, духа. Обрезите маны, пожалуйста, Полина. Давай, Гим. Пою Гим на ману, короче. Вставай, уходи к трону. Совы, давайте, Инер и Фукасаку, Лапису. ДК, иди забери еще. Я пойду. Сквернение сейчас 2 секунды. Станцию набрать надо. На БДК сквернение. Иди похлопай, наверное. Так, ну там. Ладно, я похлопаю. Двух духов только взорвал. Ну его нафиг вообще не нужен. Так, БДК умер. Ты Садар подымешь после комнаты его. У меня камень не надо. А чё ты не встал? Молодец, чё не встаёшь. Давайте в звёздочку. Полегли на всё. Так, ты Садар подымешь башню тогда. Его можно в комнате сейчас виснуть. Чё, в комнате? Подымай сейчас, подымай сейчас. Вставай сразу только. Я вам иссушение даю. Классная реакция на РС. Ты встанешь, Маш, или нет? Не рисовали. Ты Садар, поднимай. Мне просто показываешь, что ты... Я рефтал. Ваш, ты тут? Давай, идем к трону. Ой, ДК прожмись, сейчас будет берса. ДК прожмись. Что за херня? Нет, на нем дебаф был только шо. Хильте танков, дайте пристабав каску. Ваня в бабле танчи, отошли от духов. Давайте к порталу все. Апис, поднимай Акма. Акма, поднимай Акма, Апис, быстрее. Поднял уже его, поднял. Еще раз поднимай. Никон, поднимай Акма. Никон, поднимай Акма. Никон, поднимай Акма. Никон, поднимай Акма. Ну это баш нам запорол. Блять, встал в комнате, походу, и умер там. Да не, он после комнаты встал. Нет, он в комнате все умер. Он встал и умер в комнате.
Вот тушу не портануло наверх. Ладно. Немного подходим к тебе, да? Конец. Дайте каску по ДК. Последняя комната сейчас. А духи там в центре, да? Отходим все к трону, я повзрываю. К трону все отходим. Да, я только взорвал. Трех духов осталось взорвать. Давайте портал. Добивайте. Там у нас 200 тысяч. Неплохо там, да? Сколько у нас из-за ваше полегло. Сейчас бы меня обвинить за то, что резко идти в комнате. Да ты мог бы встать в комнате сразу, а не ждать полдня. Так на нем там ты баф жатвы кинулся, забагалось, я считаю. Сам рез в комнате, по-моему, это долбоебизм. Нет, так его в комнате, по-моему, никто и не резал. Нет, меня резнули в комнате, я подождал, когда вы выйдете из комнаты, чтобы меня резнуло наверху. Меня резнуло внутри в комнате. Наверное, поэтому я говорю сразу вставать. Ну да, да, Марс. Поэтому забаши бывает на листах. Да-да, из-за Эреллы, который сказал резать в комнату. Нет, да, из-за да. тебя. Потому да, что да, ты встал да. в комнате без хилов. Можешь не спорить. Нет, дальше. Серега прав полностью. В комнате резать это бред. Ну, будешь Эрелить, будешь резать мне комнаты. Ты же не говоришь, что ты плохой Эрел? А я тебе говорю о том, что если человек станет в комнате, он не умрет. А ты прикинь, если он встанет и его не захилит, это берса априори. Поэтому лучше выйти из комнаты и резнуть уже по факту на, ну, на этой хуне, на платформе. Ты будешь дальше, пока он встанет. Мы от этого рейд ничего не потеряет. Вы просто не выполняете команды и вайпаетесь, а потом вините меня в этом. Когда я говорю уже, вставай сразу, тебя захилят, бомб нету рядом, духов нету. Нет просто АОЕ урон там раз в секунду. Не, тем более, это не какой-то маг, это вар. У нас в рейде не 4 хила с реакцией 10 секунд, у нас нормальные хилы, Джейдис, ДЦ, Апис. Ну, хватит спорить уже. Просто делайте то, что я говорю. Окей, босс. Там есть еще символ на друида нарез. Прикольный. С фулл хп резает. Даже без этого реза человек не умрет в комнате. Если там не кукуася сидит и хилит зердру ДЦ. Просто зачем резать в комнате вара? Ни хила, ни танк, ни кого-нибудь, ни РТД, который сливает сферу. Тоже не потому понял. Что, потому что у нас три друида есть. Раз. Во-вторых, хочется, чтобы все были смотри, сразу живы. Типа это два. Вара хотел спасти его, в итоге ты потерял несколько ДД. Ну, да, не так круто пало. Из-за того, что вар просто затупил добивали. И не встал. Нет, вар не встал просто сразу. Вара косяк, это ну, ничей не косяк. Нихуя, я считаю, что это косяк Орелла, потому что в комнате резать нельзя. Не можем в комнате резать. Ну, говорю, будешь резать, будешь резать людей вне комнаты. Когда добиваем лича, да нет, а тут трясет, тут не смысл в комнате, не в комнате. Он сказал резнуть, сказал сразу встать. Он не встал, он встал, когда нас выкинуло. Все, блядь. Он виноват, он мудак. Все, пиздец, решили. Завали свое хлебало. По факту, давайте без конфликта, алло, блядь.
Без да, блин, никто никого не хочет это оскорбить. Просто делать то, что я говорю. Берсы бы все равно не было, потому что мы сразу в комнату зашли, и сразу я сказал про рез. Комната длится 40 секунд. А сколько берса длится? 12? Все, какая разница, сколько уже там она длится, убили и пошли дальше в резку. Бля, да не надо только говорить, что РЛ это виноват. Это раздражает. Давайте. Я не говорю, что ты виноват. Я просто тебе хочу сказать о том, что ну не надо так резать. Все, это распад хильди, короче. Ну, блин, моя же команда основывается на реакции рейда. Если бы у нас там было каких-то три хила, там духи в рейд идут, хилы с нулевой реакцией, я бы не стал, ну, просто говорить даже его резать. А у нас рейд неплохой, можно резнуть сразу за хили. Не надо придумывать каких-то своих штук. Так. Кель никому не нужен. Гецелен. Кто-то получал уже печеньку? А за сколько мы принесли леча, кстати? Ну, за весь рейд. За сколько? Ровно 2 часа. Да не может быть. Не, около 2 часов, да. Что-то долго. Мол, рекорд 1:42 пока еще не побит. Цель у нас был 1:44.